Еще в 2022 году завершился капитальный ремонт спортивного зала средней школы номер 10 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». С того момента ребята и педагоги не могут поверить своим глазам, что это произошло в их образовательном учреждении. Холодные стены и пол, отсутствие отопления, темное помещение. Именно так они описывают свой старый зал. Сейчас все по-другому. В отремонтированном пространстве появились баскетбольные щиты и волейбольная сетка. На пол уложено специальное спортивное покрытие, а на стенах установлены травмобезопасные протекторы. Никто не забыл про новые окна, двери, спортивное оборудование и инвентарь. Заниматься здесь теперь огромное удовольствие. У ребят был большой риск травматизма, простудных заболеваний, и нужно было что-то делать. По решению решили обратиться к депутату Ивановской областной думы Ключареву Дмитрию Игоревичу, чтобы решить данный вопрос. Он при поддержке администрации Фурманского муниципального района и главы Павла Николаевича Колесникова, они этот вопрос решили. В зале стало тепло, уютно, дети сейчас хотят идти заниматься. Напомним, что также отделочные работы были проведены в тренерской, раздевалках, душевых комнатах и туалетах. Общая стоимость капитального ремонта – около 5 миллионов рублей. Действительно масштабно, а самое главное – так необходимо для школьников и будущих спортсменов. Если раньше занятия в большом зале были испытанием, то сейчас каждый школьник с огромным удовольствием бежит в новое спортпомещение. Теперь здесь практически каждую неделю проходят соревнования и веселые эстафеты. Разнообразный инвентарь позволяет проводить их задорно, активно и увлекательно. Например, 21 марта наша съемочная группа побывала на небольшом спортивном празднике среди обучающихся четвертых классов. Здесь прошли веселые старты. Игры с мячами, скакалками, обручами делают уроки физкультуры еще интереснее, отмечают ученики как младших, так и старших классов. Ну, появилась возможность, даже сказать, находиться просто в зале, потому что раньше было ужасно холодно. А сейчас стало удобно заниматься волейболом, баскетболом. То есть ребята ловят уже удовольствие с этого. Верим, что новый теплый и уютный спортзал еще больше мотивирует школьников добиваться отличных спортивных результатов. Виктория Семенова, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.